Очень интересно нам различить понятие, философское понятие революции от революции, от ситуации бунта. Мы знаем знаменитую фразу о беспощадном русском бунте и так далее. Значит, что такое настоящая революция? С этой точки зрения посмотреть, была ли, например, революция 17-го года, которая в следующем году будет 100 лет, действительно революцией или было чем-то другим? Или даже две было, да? Февральской и... значит, соответствующим образом октябрьской, она же ноябрьская, да? Так, значит, вообще говоря, и насколько революционная ситуация складывается на сегодняшний день в России? Мой тезис состоит, что никакой революционной ситуации на сегодняшний день в России даже близко нет. Почему ее нету? Потому что у нас говорит Владимир Ильич Ленин, что есть два объективных фактора, и два объективных признака, и один субъективный. Значит, объективные они состоят в том, что верхи не могут управлять по-старому, а низы не могут жить по-старому. Это, значит, с объективной точки зрения, а с субъективной точки зрения резко возрастает активность народных масс. Мы на сегодняшний день, благодаря вот этому ленинскому тезису, не видим ни того, ни другого. Мы видим, что верхи могут великолепным образом управлять по-старому. С другой стороны, мы видим, что и низы очень даже хотят жить по-старому. Мечта любых низов, по большому счету, это путинская Россия, либо 2011 года, либо 2007, то есть докризисная. Это как бы является его сегодняшний идеал. Вот. Поэтому народ даже очень легко борется с тем полуторакратным или двукратным падением уровня жизни, который сегодняшний есть. Потому что, по большому счету, всех это устраивает. Никаких катаклизмов и никакого изменения своего состояния никто, грубо говоря, не желает. За исключением отдельных групп народных масс. Дальше. Значит, по поводу активности народных масс, что активность возрастает какая-то. Ну, то есть, тачка, борьба, что-либо другое. Мы видим ничего подобного. Никакой активности не существует. Весь тот активный элемент, который существовал, он был собран в Донбассе, по большому счету. И там был утилизирован. Ну, там Мозговой был убит, Рязань, где участник нашего семинара воевал в его группе в Донбассе, да, так называемый. То есть убит был, собственно, своими. Поэтому, как я и говорил в старом нашем видео 2014 года, что главная цель Донбасской операции, она состояла в утилизации активного элемента, как обычно. Это, с одной стороны, тех самых майданных сотен, которые произвели смену олигархической власти, одного олигарха на другого заменили на Украине. И потом были не нужны, их надо было как-то утилизировать, и их активность, то есть их надо было уничтожить. А с другой стороны, эта картина и устраивала и наши круги, потому что все, что дышало, жило и было готово на смерть, разве каких-то идеалов, оно по большому счету было собрано на Донбассе и тоже было там утилизировано. Утилизировано не обязательно в качестве смерти, типа Стрелкова, но оно было, по крайней мере, все взято на карандаш. И теперь над любым бойцом стоит соответствующий куратор от ФСБ. Вот и это как бы это известный факт. Теперь вот стал. То есть они как бы таким образом курируются. Вот. То есть эта операция по утилизации активного элемента в России, а Украину от России никуда не отличаю, она оказалась чрезвычайно удачной. То есть их удалось столкнуть между собой на небольшом пятачке и таким образом нейтрализовать. Я бы хотел добавить, что под утилизацией следует понимать не только физическую утилизацию, да, а просто, так сказать, взятие под контроль. Да. Под контроль. Или можно озаботить их определенного рода проблемами, например, у них там появилось некое подобие кровной мести, у кого-то погибли друзья, у кого-то погибли любимые, у кого-то как-то, и этот конфликт, он сейчас существует. Вот Переслегин это тоже вот недавно заметил по поводу того, что донбасский конфликт будет существовать до той поры, пока еще что-то там живое теплится. Как только все майданные сотни будут утилизированы, грубо говоря, то он тут же и прекратится. Никому, оказывается, он не нужен. Вот. В этом смысле, конечно, великий деятель украинского майданного утилизации – это Семен Семенченко. Потому что ему удалось два состава батальона «Донбасс» благополучно утилизировать, а себя сохранить в качестве депутата Верховной Рады и что-то там ходить и по-прежнему ученик. Вот такова эта, значит, ситуация.
Теперь, что такое как бы революция? Под революцией, по большому счету, понимается то, когда у нас возникает настоящий переворот. И настоящий переворот возникает в том смысле, что у нас производственные силы по Марксу оказываются в конфликте с производственными отношениями. Рост производительных сил требует развития производственных отношений. И когда производственные силы очень сильно развились, то скачком должен быть следовать некий скачок, произвести некий скачок, фазовый переход, как бы сказали физики. И после этого производственные отношения приходят в соответствие с производственными силами. На сегодняшний день, то есть, оказывается, ситуация прямо противоположна, чем мы думаем. Мы считаем, что у настоящей революции обнищение народных масс должно происходить непрерывно и повсеместно. Но на самом деле все не так. Самая настоящая революция, которая только и была, это европейская революция 68 года, ну и американская. Это наша пражская весна, которую давили российские танки. И это весна парижская, в первую очередь, которую давили французские танки. И, соответственно, студенческая весна того же 68 года, которую в Америке давили отряды Национальной гвардии. Происходило это с достаточно массовыми жертвами среди студентов. Таким образом. Всему этому предшествовал резкий рост экономики Западной Европы, как и резкий рост экономики Чехии точно так же. Чехия была на тот момент чудесной страной, в том смысле, что там у них было разрешено в смысле частное право, частная собственность, плюс поток дешевых ресурсов со стороны Советского Союза, сделали, позволили чехам добиться выдающегося уровня жизни по тогдашним меркам, который там происходил. Точно. В Советском Союзе было практически то же самое. 68-й год – это год перелома, на мой взгляд, не только потому, что было вторжение в Чехословакию, но и перелом политики. Mm-hmm. И это очень хорошо помню. Ну, по понятным причинам я помнить этого не могу, потому что меня не было в тот момент еще и в проекте. Mm-hmm. Я появился на свет попозже немножко. Ну, mm-hmm. Да, в 68-м году. А, да. Нет. Нет? 70-го года рождения. Ага. Первое апреля. Но почему ты называешь это революцией? Потому что это и была сделана попытка настоящей революции именно тогда. То есть в известном смысле. Почему? А? Потому что это была попытка привести новые производственные отношения в соответствие с новыми производственными силами. Если мы вспомним этот период, это был резкий рост производительных сил. Например, там было 9 лет в Италии, где промышленность Италии увеличилась за эти 9 лет в 3 раза. Вот представьте себе это сумасшедшее количество. Но это еще было индустриальное развитие. Да, это было индустриальное развитие, но которое пришло к определенному роду своему концу. Да. Кроме того, мы знаем, что там существовали в той же самой Америке архаика. У них вот там по-прежнему во многих штатах относились к неграм, как у нас, как к опущенным на зоне. Крайники для питья, места в автобусах, вот всякое такое. Дотронулся до негра сам, можно сказать, почти негром стал и так далее. Вот, такова вот эта ситуация. Точно так же и во Франции. Например, женщины на тот момент не имели права, возможности, без согласия какого-то мужчины, то есть мужа, там, отца, открыть счет в банке и так далее. Это великая психоделическая революция, которая готовилась на тот момент и которая была чрезвычайно активна. Это движение хиппи, которые люди понимали, что такого количества массы народа работать больше не нужно. Потому что я напомню, что в 1900 году в США в сельском хозяйстве трудилось 75% населения. Это самый развитый на тот момент в стране. 75%. В то время оно пошло до нескольких процентов. И речь шла о том, что порядка 10-20% населения будут работать в так называемой промышленности. То есть массовые фабрики подошли к своему логическому завершению. И стала проблема, что делать со свободным временем. Его надо было как-то утилизировать. Тогда и появилась вот эта самая концепция, я там повторяю, пост индустриального государства. Это она была вот реакцией на вот это. То есть люди решили, по большому счету, заняться такой замечательной вещью, как оказывание друг другу услуг. Вот они оказывают друг другу услуги. И многие эти услуги, они, грубо говоря, фальшивые. То есть у тебя, как про юристов, придуман какой-то закон, ты согласно этому закону подаешь на кого-то в суд, на тебя тоже подают в суд, есть судья, адвокат с двух сторон, они все занимаются. А что вы сделали? Да ничего вы вместе не сделали. Вы просто утилизировали собственную энергию, свободное время и избыток прибыли, которая у вас существует в обществе. Плюс еще масс-культура, масс-спорт. Да, масс-спорт, масс-культура. Окружающее время
и ресурсы. Да, да, да. И это вот была такая альтернатива. Игровой бизнес. Да. И еще плюс туристический бизнес, который был не развит до этого. Ну, я не... Да, он, может быть, был не развит. Курортный туристический бизнес. Ну, это можно трактовать как расширение капиталистических отношений на... Вот я не знаю, я считаю, что это была определенного рода реакция, то есть она пришла. И после этого начался кризис 70-го года, темпы роста развитых стран мира в 2-3% в год стали считаться блестящими, иногда она просто падает, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот по большому счету, в 68-м году была сделана попытка реально перестроить каким-то образом отношения на принципиально иной форме. Ну, например, государство уходит из всех сторон, и люди занимаются утилизацией собственно, занимаются собственным временем, как хотят. Часть из них занимается наукой, часть из них занимается искусством. Черт его знает. Ну, заставить их, как прыгать, потом было придумано, что они будут бегать и два юриста друг за другом, а три. Ну, это вот тоже переслегинская это метафора, более удачная, чем то, что я говорю. То, что игра возникает детская, когда у вас стоит посередине стул, дети бегают кругом, потом свиск, должны сесть. Один садится, все остальные пролетают мимо стула. Ну так, там начинается с 7 стульев, с 8, с 5, потом один единственный стул и так далее. И вот сегодняшнее общество и современная так называемая экономика оказывается очень похоже вот на эту самую игру, вот этот стул. Вот сидят ребята-юристы, они с детства, они занимаются глупостями по большому счету. Они бегают вокруг стула, кто-то из них сядет и сорвет куш. Все остальные тоже бегают вокруг этого стула. Они этого куша не сорвут, но окажутся в таком деле приели. Вот, вот это самая ситуация, которая была. Поэтому эта революция как бы в известном смысле была нормальной. Великая французская революция тоже была в известном смысле революцией, по большому счету. А вот по поводу революции 17-го года у меня есть большие сомнения. У меня такое ощущение, что это был, грубо говоря, вместо революции был так называемый русский бунт, связанный с истреблением всего и всего. Больше ничего. Когда во время бунта у тебя один класс уголовный поменялся местами с правящим, то есть правящий стал уголовным, а уголовный стал правящим и так далее. И всякое прочее. И кончилось это тем не развитием как таковым, а установлением то, что Маркс называет азиатским способом производства. То есть воскрешением крепостного этого права, когда люди приписывались к скажем, заводу, и не могли оттуда уйти, уводиться под условием уголовного права, не могли от него отходить. Это, да. Игорь, ты же помнишь, я рассказывал про причину революции в России, что причина была не внутренняя у нас, а именно предел, который достиг монополистический капитал там, на Западе, в мире. Ему просто было не съесть эти ресурсы, на которые он распространился, и на Россию, и он просто сам отвергнул часть. И поскольку после гражданской войны был рост сильный экономический, значит, тех ресурсов трудовых, материальных и финансовых хватило на развитие внутри Европы и Америки. А мы сами не нужны. А что мы там делали за стеной, это уже их не волновалось. То есть причина была как бы тоже финансово-экономическая, и, скажем, может быть, даже и производственная сугубо. Ну, это понятно. Это о том, больше, чем нужно. Нет, это о том, что, о чем говорил товарищ Ленин, о том, что у нас идет экспансия империалистических государств во все стороны. Они борются, в первую очередь, за рынки сбыта. И понятно, что кто-то из них должен быть сметен с шахматной доски для того, чтобы он с ней остался. Приобрели больше рынков сбыта, чем могли осилить. Не смогли. Думаешь? Все, значит, оставили Россию в покое. Она не интересовала ни как рынки сбыта, ни как трудовые ресурсы, не интересовала вот существующий капитал на тот момент, ни как ресурсы чисто природные. Она не интересовала уже. Все было закуклено, закруглено у нас, закрыто, а законсервировано с точки зрения внешней. А там они прекрасно себе развивались, без наших ресурсов. Угу. Да, то есть... Если бы им не хватило, Антант не остановилась бы. Да, это... им хватило, они поняли, что... Это была тайна, было понятно, что если бы французская армия того времени захотела предпринять хоть какие-то активные действия, сильнейшая армия на тот момент мира, то, конечно, она бы разгромила вот эту молодую Советскую Республику за неделю или за два. То есть не нужно фактически почему-то не было не нужно. Не было экономической необходимости. Ну, а вот как-то да, действительно, она была сделана, ну... Было написано СДД, сожрите друг друга, да, по большому счету.
красное и белое, и сожгали. А вот после 60-х годов, да, и когда уже постиндустриальное общество, оно могло развиваться на любой территории. Оно не должно было быть территориально ограничено. Ну и Россия присоединилась как рынок сбыта. Угу. Ну вот, такова вот ситуация. Ну что касается 17-го года, то это известный вопрос. Большевики его обсуждали, Ленин об этом много писал, что при социалистической революции совершенно не нужно разрушать там прежние производственные отношения. Это отличие социалистической революции от капиталистической, что рабочие в свои руки берут индустриальное производство. Вот. Это во-первых. То есть это все в марксизме-ленинизме как бы логично объясняется вот этот момент. Да? Второе, это то, что французская армия самая сильная, могла там чего-то. Да ничего она к тому времени уже не могла. Ну, были же интервенции в Одессу, там, по-моему, и французы были. Ну, интервенция была, но она была мало интересна. Это было настолько ограниченное количество были. Архангельск был захвачен, Мурманск. Разложились. Англичане, концлагерь недалеко под Архангельском. Что значит разложились, в моем понимании? А то, что рухнула картина мира-то на самом деле, рушилась у людей. Потому что никогда такой войны не было, как Первая мировая война. Люди еще не знали. Они были этим оглушены. Реально. Понимаешь? Поэтому там в 17-18 году как-то война ведь закончилась как бы сама по себе. Война сдохла просто. Ну как? Почему она сдохла? Очень... Ну потому что. Капитуляция была подписана странами СССР. Ну, да. Нормально была подписана. Ну они полностью капитулировали. На тот момент их противники, то есть армия, в первую очередь Франция, сохранила полную боеспособность. А они воевать уже не могли. Правильно, не могли. Ну а потом революция, кайзер Вильгельм переезжает в Нидерланды, живет там счастливо оставшуюся часть своей жизни. Вот. Но я хочу сказать о следующем, что по всей видимости, проблема производственных сил, производственных отношений, она сейчас в мире стоит остро и совсем не остро стоит в России. Это вот эти самые блокчейн, о которых мы говорили, то есть ситуация, которая позволяет ситуацию с юристами, с правом, нотариусами, адвокатами и изменить просто радикально. Это автоматизация дальнейшая, но его называют почему-то робототехникой и искусственным интеллектом. Это, конечно, не робот в первоначальном значении и не искусственный интеллект нисколько. Такова вот, значит, у нас ситуация. Нисколько. Но вместе с этим, на сегодняшний день количество процессоров, которых каждого, скажем, достаточно, чтобы управлять беспилотником запросто, на $100 можно купить ведро. Взять вот такое ведро, этими процессами его полностью заполнить. В результате, как никогда сильно можно сократить потребление ресурсов, и как никогда сильно можно автоматизировать любое производство. Но оно фактически уже сейчас может работать без... Сократить расстояние между производством и потреблением. Да, и тоже резко. Да, тоже резко. Все это можно вот это как бы сделать. То есть на чем стоит экономика? Экономика построилась тогда, возник как способ согласования рассредоточенного производства и потребления. Где-то потребляет, где-то производит. Как-то нужно обмениваться. Вот сейчас это стало уже... То есть я могу нажать кнопку и заказать себе то, что мне нужно индивидуально, и счет напечатать себе на принтере. Ну, 3D. Да, но к этому как бы вот эта ситуация близко. То есть идет ситуация принципиально другой. Но это будет революция. Да, и это должна быть мировая революция. Но Россия как раз находится в рейхгарде технического прогресса. У нас, вот я буквально позавчера посмотрел фильм про архитектуру Китая. И там женщина, выдающийся девелопер, ну там с объемом строительства ее фирмы, примерно столько же, сколько вся российская строительная индустрия строит в год. Вот. И она рассказывает, что культурная революция, говорит, она была в Китае, это ужасно, но у ней было одно позитивное качество. Оно заразило всех китайцев желанием двигаться вперед и разрушило прошлое для того, чтобы люди двигались в будущее. И, говорит, никто, как и китайцы сейчас, не мечтают о том, чтобы все самое лучшее, все самое современное, все самое новое появилось в их городах. У нас ничего этого нет. Каждый выбирает себе тот кусочек прошлого, который ему больше нравится, и в нем живет. Кто-то мечтает о Николае II, кто-то о Николае I, кто-то Сталина полюбил.
кому-то мил Леонид Ильич Брежнев со своего прочим. Наиболее продвинутые полагают, что самое лучшее, к чему можно вернуться, это к периоду первого срока президента Путина и так далее. И так далее. Некоторые вообще родноверы. И никакой никогда ни у кого нет. Вообще нет страты, которая хоть сколько-то устремлена в будущее. Но это как раз общемировое явление. Это. Ну, по крайней мере, на Западе то же самое. Но, естественно, без Сталина. У всех есть свои прибамбасы. Кончилось время общей картины мира. Картина мира расщепилась. Нет, ну, в сознании людей. Я-то как раз думаю, что это не дело не в прибамбасах дело состоит, а это желание просто заползти в собственную раковину, засунуть в нее голову, все равно то, что все остальное будет торчать наружу, и спрятаться. То Николай Первый, то Николай Второй. Как раз естественное для человека желание. Да. Что значит заползти в свою раковину? Значит создать свой жизненный мир. Вот по Хайбермасу. То есть внедриться там в кружок там вместе с людьми, которые марки собирают. Да. Занятие-то увлекательное, да? Вот. Масса кружков по интересу. Люди группируются по интересу. Выстраивают свои жизни. Ну вот я бы не назвал, что это существует какая-то ситуация. Ну, с другой стороны, то есть я говорю, что в арьергарде Россия находится, но проблема нет ни низы могут жить по-старому, верхи могут по-старому управлять. А что хорошо? А вот, я тебе поаппонирую, вот, да. Вот в этом моменте. Что значит верхи не могут, как могут, ты сказал? Могут. Управлять по-старому. Управлять по-старому. Могут, но есть такое понятие риски. Да. И уж они об этом знают. Мы же понимаем, как они могут, и сколько могут, и почему могут. Ну, все прекрасно 40. Понимают, и на чем это держится. Да. Все понимают. Вот это, оп, так вот, ножницами, или просто там кирпич на голову упадет, хотя эту голову очень хорошо охраняют. Но все может быть. Риски величайшие. Ну, другого человека выстрелят. Ну что, ну как это возможно? Ну как, будет... У Сталина было политбюро. Да. Народ знал. На демонстрациях несли портреты всего политбюро, по-моему, или ЦК. Политбюро несли, да. Политбюро, понимаешь, да? Известные люди, опытные люди, доказавшие свою преданность делу партии, да, и прочее. Ну, это понятно, сейчас непонятно. И не только нам с вами непонятно, а везде все непонятно. По моим ощущениям от верхов на сегодняшний день, оно следующее, что они, вот самая верхушка, она сплочена и организована гораздо лучше, чем сталинское политбюро. Ну, гораздо. Ну, вот в этом смысле. Это интересно, но это так. Ну, скреплены они друг с другом гораздо. Да, они гораздо сильнее скреплены. Чем то есть не разговаривают друг с другом и плевать было. Да, да. Тем более. То есть совершенно они в этом смысле. Все отлично понимают, что подобного рода консервация политической системы в стране, которая происходит, в дальнем случае, она ничего хорошего не приведет. Они понимают, что с 2008 года по сегодняшний момент у нас нулевые темпы роста за 8 лет. За 8 лет ничего не выросло, по большому счету. А если брать фондовый рынок, то он упал еще просто в разы. Нет, я уже молчу по сравнению к доллару. И все понимают, что эту картинку вот такую можно длить до бесконечности. Еще 20 лет, 30 лет. Но за это время, например, у Индии, у них в прошлом году темпы роста ВВП были 7,5%. Да? Вот. Таким образом, например, мы уже достаточно скоро получим ситуацию, что по ВВП на душу населения мы будем проигрывать уже не только Китаю, ну и Малайзия. Мы, например, Малайзии сейчас два раза проигрываем по номиналу. Мы будем проигрывать Индии. Вот. Это все понимают. Тем не менее, эту картинку люди и низы, и верхи готовы длить до бесконечности. То есть их вот нынешняя ситуация, она полностью устраивает. Ой, да низы все могут. Речь не о низах. Речь о рационально мыслящих людях, верхах. Вот если ты так это все убедительно расписал. Да. А рациональные мыслящие люди в верхах хорошо помнят пример перестройки, когда попытка сделать хоть какие-то реформы привела к обрушению всего. Поэтому у них сейчас тезис такой стоит.
мы ничего не будем не делать. Да, мы знаем, что через 20-30 лет мы будем уступать еще Индии. На душу населения, не говоря уж по номиналу. Там у них будет 2 миллиарда человек, у нас 120, и мы будем еще на душу населения проигрывать, даже Индии. Не говоря уж о Малайзии, там вполне возможно даже о таком новом китайском тигре, как Кампучия, допустим. То есть ты считаешь, что свесили лапки и вот так вот? И... Да, вот именно вот пытаются разобраться с определенными рисками, какие у них есть. Они их купируют, по-прежнему пытаются контролировать всячески средства массовой информации и так далее. И они как бы сидят. Они совершенно правильно поступили, потому что никакая оппозиция на сегодняшний день она невозможна. Почему? Потому что у народа есть большое подозрение, что если появится какая-нибудь оппозиция в форме Навального, там, в кавычках, или нового Навального, то первое, что она сделает, придя к власти, это вернет Крым обратно. То есть ни в коем случае на сегодняшний день по поводу Крыма и всего прочего существует общественный консенсус. Ни в коем случае никакой Крым не сдавать, никуда обратно не возвращать. Вот это жесткий общественный консенсус. И можно шантажировать сдачей Крыма и проигрышем вот этой широкой народной массы до бесконечности. И она готова со всем остальным терпеть, то есть все остальное. Отсутствие развития. Развитие им по большому счету не нужно. Не нужно, потому что все отлично друг про друга знают. Все отлично знают, что для примерно половины населения нашей страны умножение двух чисел одно друг на друга на столбиком практически нерешаемая задача. Делить у нас делить столбиком у нас могут, может быть, процентов 10-15 населения. Я уж не говорю обо всем остальном. И они все понимают, что если какое-то потребуется развитие, они здесь окажутся неконкурентоспособны. В этом смысле, конечно, нынешнее правительство, это Путин, их президент. Да. Это вот такова это истина. Такая вот это. Вот это а негативные тенденции, которые, по-моему, уже видны невооруженным взглядом. Ну, я хочу сказать. Я хочу сказать. Не чисто экономические. Скажем, в экономике у нас стагнация. И, в общем-то, все говорят, что эту стагнацию можно еще долго длить. Да. Вот. Да, я так говорю. И даже можно обеспечить небольшой рост на уровне 2%. Да. Но запросто. Есть такое понятие, как общественное мнение. Так да. В общественном мнении, несмотря что на то, что Крым наш, да, на мой взгляд, наблюдаются негативные тенденции, разрушительные тенденции. Существуют, да. Которых можно добить. А Крым-то один, понимаешь? Да, Я хочу заметить, что революционной ситуации в ленинском смысле нету, но ситуация бунта есть, безусловно. А бунту он возможен только на одном вещи. То есть единственное, что угрожает нынешней власти, режиму, это так называемый бунт русского народа. Я хочу подчеркнуть, что в 1917 году первая революция тоже был бунт, так сказать, в кавычках, да? Революция сверху типичная. Вот. А Ленин это уже вторично. Ленина могло бы и не быть. Да, да, могло бы и не быть. Тогда бы это была бы нормальная буржуазная революция, одно поменяли бы на другое, и все дальше бы длилось. Ну, по большому счету, ну вот есть, как грубо говоря, одна большая проблема, она состоит, что возможен вот этот так называемый бунт русского народа. Так называют. Нет, это возможно. Вот это мы отметаем. Почему? Сразу же. Потому Почему? Что не было в истории человечества никаких народных бунтов. Все бунты это бунты элитных слоев. Я не знаю. Нет, почему? Бывали именно разрушительные проблемы, которые определенного силы могли использоваться. Трудно же говорить об украинском Майдане, что там народные массы были ни при чем. Они были при чем. Другое дело, что они были поддержаны на уровне администрации президента. Украинский Майдан – это отличный пример просто, да? Угу. Бунт элиты, но это 100%. Об этом в газетах писали. Вот, такие вот эти Янукович вещи. Всех их зажал. И здесь точно так же возможен, будет ли он бунтом элиты или не будет бунтом элиты, но определенные проблемы, наиболее, что сейчас болезненно воспринимается в обществе, это проблема национального вопроса на сегодняшний день. Вот, да. Значит, вот я как раз собирался тоже к этому перейти, но вот от той точки, которую ты обозначил, как, ну, я не знаю, правильно назвать апатия на верхах? Да. Растерянность? Нет. Ну, не да. Растерянность, я не думаю, что растерянность особая.
Ну, я бы ее назвал ситуацией политического цугцванга по шахматному. Подождем. Знаете, да, что такое цугцванг? Ну, знаем, но... Вот, и они сейчас понимают, что практически каждый ход им во вред. То есть попытаться не делать никаких ходов. Мне это не кажется. Потому что наблюдаются негативные тенденции в общественном мнении. Так резко о верхах никогда не говорили, как начали себе в этом году позволять некоторые безответственные личности. Вот. А некоторые уже и сидят из них. Уже, да? Ну, из блогеров. Ну, из блогеров. Ну, а что, да. Калашников всегда очень плохо отзывался. Я его и знаю лично. Калашников второй, Кунгуров этот первый. Кунгурова не знаю. И до этого там разное. Ну, Эльмирит, наверное, тоже будет сидеть. Но не в этом дело. Вот я читаю, я вижу. Вот человек, что мог себе позволить год назад и что сегодня. Разница качественная, понимаешь? Год назад люди старались высказываться иносказательно как-то, да? А сейчас прям правду матку режет и ничего не стесняется. И не боится. Конечно, можно... есть такая версия, что это, опять же, люди специальные. Но я что-то очень сомневаюсь. Да не, я не знаю. По-моему, Калашников что говорил всю жизнь, то он столько и то и говорит. В чем еще? Да. Ну так вот, если все же вот принять мою версию, что отрицательные тенденции, они есть, и единственный способ их купирования, это вот Крым наш, а Крым один, война в Сирии, а Сирия одна, хотя, может быть, ну армия просто не выдержит еще одну войну, понимаешь? Ну, в Сирии уже. Нам бы с Сирии вот как-то вот выйти бы оттуда, не окакавшись хорошенько, да? Ну, сложно. Вот. Я бы даже сказал, невозможно. Потому что, ну, скажем, вышли из Сирии и вошли куда? Вошли, значит, в Среднюю Азию нашу. Ну, не будет это уже Крым нашим, понимаешь, да? А кровь будет. Поэтому нужно что-то изобретать. Вот единственное, что вот мне кажется вполне реальным, это национальная революция. Национальная, да. Ну, конечно. Конечно, национальная, но только на этом и возможно. И администрация президента понимает, что 280 статья знаменитая, направлена только против так называемых русских националистов. Да. И вот сейчас детишки в Карелии утонули. К чему было привлечено всеобщее мнение? То плохо работают, все это. А чего друг другу в блогерах перекидывали? Биографию Владимира Петросяна, главы министра этого, скорее всего, бенефициара всего этой прибыли, которая была заработана на сиротах, который спокойно там руководил детскими домами, какими-то пенсионными центрами в этой. У себя сначала в Азербайджане, он бакинец, а потом по понятным причинам в Ереване. И спокойно до 2000 года там обретался. И вдруг оттуда мгновенно переезжает москвинец своих управленцев и делает блестящую карьеру. Тут становится же этим министром правительства Москвы, становится крупным ученым. В 2007 году защищает кандидатскую диссертацию, в 2012 году защищает докторскую диссертацию по социологии. И карьера его понеслась его каким образом, что это, как это, так и так произошло. А в конце 15 утонувших русских сирот. Ну вот странная вот вещь, как бы вот так. Да, но я сказал, национальная, это не очень правильно. Не национально, а национально-освободительно. Почему? Потому что на самом-то деле, если разобраться в истории, то никогда национализм не побеждал сам по себе. Национализм – это вообще очень примитивная идеология. И всегда национализму сопутствовала какая-то мощная идея. Ну, чего говорить там, национализм-то и появился в дополнении к мощнейшей либеральной идеологии. Либерализм. Это сейчас уже он настолько понятие испохаблено, что уже и в Индии появился индусский национализм. Да?
индусский, не индийский, а индусский. Индусский национализм. Вот. Ну, просто используется словечко как бренд. Но если говорить о национализме, да, то поднять можно только на какой-то освободительной волне. Иначе на народу это все будет пофиг. Так от чего мы можем, вот давайте подумаем, от чего мы можем освободиться? Ну, от оккупационного правительства, скажем. Ну, это нет, это прям, понятно. Да? От, кто у нас враг? Кто оккупирует? Чья Россия колония? Да, это много, так скажем, от многонациональной и клановой системы, которая сложилась в России. Да, и ты этого. Когда у тебя представитель каких-то кланов, вот на примере товарища Петросяна, переезжает из Армении в 2000 году внезапно, и вдруг у него оказываются невиданные таланты, позволяющие ему заниматься успешно наукой, становиться министром и убивать российских сирот. Вот таким образом. Зарабатывать кучу денег вот на этом. Вот так подобного рода. Я вот эту же ситуацию разбирал на примере центра Бакулева. Сейчас опять появилось. Можно посмотреть. Какой-то академик опять. Армянин по отношению пишет кляузу, уходит в самый центр и пишет кляузу на Лео Бакерия. А Лео Бакерия занимается простыми вещами. Существует на сегодняшний день малотравматичные операции кардиологические, где через прорезы можно устранять большое количество сердечных дефектов. 80% в мире. И в России примерно так же. А в центре Бакулева они становятся запрещены, отменены. Почему? Потому что ей требуются эти сложные операции с искусственным кровообращением. Почему? Потому что эти операции с искусственным кровообращением, они дороже. В результате кладут ребенка на хирургический стол, вместо того, чтобы сделать ему простую операцию под местной анестезией, которая длится там 10-15 минут, ему устраивают сложную операцию с полостным разрезанием и всем прочим, так далее и так далее. Вот. Но опять я говорю, что центр Бакулева, он тем и интересен, что это такой горский анклав. Ну да, об этнических мафиях народ прекрасно осведомлен. Но он также хорошо знает, кто сегодня наш главный враг, да, и чья мы колония. Поэтому, если тихонечко-тихонечко под национальным соусом поднять вот этот, вот эту волну революционную, которая, по идее, должна закончиться каким-то подобием революции, чтобы люди понимали, ну, чтобы картинка была красивая, да? Вот, и под флагом именно национально-освободительной борьбы. Не национальной, не в смысле уменьшительном. Ну, понятно, национально-освободительным, я согласен, да, хорошее название. Не то, что мы не будем... Ну, создать партию, национально-освободительная партия, да. России, да. И что в этой идее-то привлекательного? Вот этот национализм, это будет классического типа национализм. То есть либерально-буржуазный. Да. При этом в новом перевороте, во-первых, мы легитимируем собственность. И вот все те недоброжелатели, которые пеняют русским буржуям, что у вас-то вот эта самая собственность не защищена, она будет уже вот так вот защищена. Всей мощью русского народа. Понимаешь, да? То есть вопрос вот с теми давними приватизациями, он еще уйдет. Будет снят. Снят. Ну, конечно, может быть, кого-то там пощипают, но это не важно. И вот это, мне кажется, вот эта идея, она очень может быть привлекательна. И вот чего я смотрю в последнее время, вот как-то вот все вот к этому вот клонится. Вот и Стрелков, да? Вот обратили внимание, кем его окружают? Да, я знаю. Да. Я читал этот манифест комитета 25, да. Да. Это я читал, да. Он такой вполне либеральный себе манифест, действительно освободительное движение. Да. И вообще говоря, спутник и погром на сегодняшний день, наверное, лучший российский ресурс. Да. Ну, в смысле, по количеству талантливых авторов, собранные на одной площадке. Да. А вот такая вот эта штука. Ну так чего?
Ну так все. Вот это вот и революция. Ну вот я-то называю ее бунтом, потому что я-то полагаю, что люди заняты немножко не тем. То есть у тебя идет глобальная революция производственных отношений, производственных сил в масштабах потому мира. Что ты на революцию смотришь на Марксу. А мы здесь у себя дрык-дрык-дрык-дрык и еще разобраться не можем с таким с маленьким кусочком. А я, в отличие от Маркса, смотрю на революцию с точки зрения картины мира, которая должна давать людям перспективу. Вот если вдруг образуется национальное государство русского народа, да, то у людей появится такая перспектива на несколько лет. Обалденно абсолютно. И все будут довольны, кстати. Не знаю, может быть. Ну, многие. Ну, многие, может быть, да, перспектива будет какая-то. Ну, казалось бы, вот по большому счету, был костер, он догорел, и вот народ тут ходит и швыряется этими сгоревшими угольками друг друга и думает, как нам этот, как это попелище лучше обустроить. Ну, да, национально освободительная это. Да, революция нужна. И что любопытно, от царя избавляться не надо при этом. То есть не обязательно. Ну, ему такую идею предлагают, конечно. Я знаю. Но он сомневается. Сдадут. Да, блин. Сдадут его. Сомневается он. Потому что, хоп, тебе предлагают заменить окружение на другое, ну и сколько ты продержишься после этого.